With the hood, big, it fuck, Wait the stop, yo, streets ain't coming, shit, think you thinkin' I try, you thinkin' again, gimme I my nigga, Ребят, сразу предвижу ваши вопросы. Праг, одноканал памяти и так далее. Тут две планки по 16 гигабайт. Просто они разные, но они работают отлично друг с другом. Так что все окей. Всем привет, ребят. С вами Вахмед. И сегодня у нас на обзоре вот такой вот беленький корпус. Красавчик компактный. Powercase Mistral Micro Z3V LED Mesh. Вот такое вот у него странное, прикольное название. Ну, в принципе, в этом названии как бы отображается вся его модель. Поэтому они так его и назвали. Лет обозначает то, что у него статичные RGB вентиляторы. Mesh, то что морда у него продуваемая mesh, то есть сетчатая получается. Микро это то, что он под микро ATX. Z3 это его модель, V это white. Ну то есть все понятно. И я уже подсобрал в нем простенькую сборочку и в принципе могу кое-что о нем вам рассказать этот корпус сейчас очень популярный так же как и m3b и z3v вот этот, они все сейчас очень популярны потому что стоят они плюс-минус где-то около 3000 они имеют э, вентиляторы с подсветкой спереди 240 сзади 120 в принципе неплохое качество и за такие деньги у них очень мало конкурентов и это очень компактный красивый такой корпус и по моему мнению вот компания power case она даже вот в таком вот сегменте дешевом она постоянно что-то улучшает вот я собираю часто в корпусах Deepcool там и так далее в разных да и я вам скажу что они кое-что какие-то идеи по ходу берут и в принципе у них уже вот ну, внутрянка вот это качество в принципе покраски там, Сзади для укладки проводов место. Особо не отличаются уже от Deepcool. Плюс они постоянно какие-то делают разные там э, дизайны своеобразные. как бы. Ну это прикольно, я вам скажу, ребят. Э, компания развивается. Мне как бы нравится их корпуса в дешевом сегменте. Вообще я изначально покупал этот корпус для бюджетной сборочки. Такой микросборочки сборочки. Э, друг попросил своей дочке собрать что-то такое недорогое но чтобы приятненькое такое на вид было и я вот сначала заказал ну думал что бюджетный корпус там туда-сюда блин честно говоря когда я его взял и в нем собрал мне он настолько понравился что теперь у меня следующие две сборки будут именно в таком корпусе они будут такие микросборки компактные но мощные более-менее и они будут вот точно в таком корпусе, потому что вот настолько он мне понравился. Я вам сейчас поближе, конечно, все покажу, какого он качества, что вообще мне понравилось, что не понравилось. Но, честно говоря, за такие деньги к нему претензий вообще ноль. И, вы знаете, я смотрел корпуса, допустим, Залман этой ценовой категории и так далее. Ну, честно говоря, это вообще не тот компот. Это вообще там, ну, таким дешманом отдает. А здесь вот они, как бы сказать... Стараются что-то делать. И какие-то косяки свои они постоянно убирают, убирают, убирают. И в целом вот за такие деньги у них получился такой нишевый продукт. Офигенный корпус за там 3200 рублей. Я, я вам честно скажу. Это такой уже знаете как бы маленький дипкол недорогой. Вот что-то вот такое вот типа. Вот, вот такую оценку я дам. Так что смело покупайте кайфовый корпус. Продув хороший. Ну, в общем, все нюансы сейчас я вам расскажу. Так, ребят, вот так вот он внешне выглядит, уже включенный. Вот так вот в нем сборочка микро выглядит. Уже с видеокартой, с небольшой все. Как бы вот так вот изнутри выглядит вентилятор. Очень-очень симпатично. Мне что понравилось, то что внутрянка тоже белая. Стекло совсем чуть-чуть притонированное. Вот такие вот сборочки микро получаются прикольные. Вот так снимается крышка. За низ потянул, снимаются тут 240 вертушки. В принципе по шуму более-менее средние. И они регулируются либо по трехпиновому коннектору, по вольтажу через материнку, либо они цепляются на молекс. Светятся красиво, дуют нормально. Вот такая вот, ребят, тут морда. Полностью продуваемая. Здесь она сделана лучше, чем в М3Б. Соты тут больше, и как бы их самих больше. То есть продув хороший, практически как будто этой морды нет. И никаких лишних сеток, ничего нет. Да, это как бы минус в том, что пыль будет попадать, но... Зато... Продув будет неплохой. И для маленького корпуса это критично. Еще посмотрите, ребят, мне что понравилось. Не знаю, как вам видно, будет не видно. Но качество пластика здесь намного лучше, чем во многих этих остальных пауэркейсах. То есть здесь уже качество пластика на высоте. Постараюсь вам показать. Может быть, будет видно. Ну, то есть он не такой, знаете, не грубо, он очень... Даже хороший такой пластик. В общем, мне понравился. В общем-то, смотрите, стекло сделано заподлицо. То есть оно не выступает за края. Очень смотрится аккуратно. Плюс оно притемненное. И крепится вот такими вот барашками прорезиненными и довольно длинными. Очень крепко держится. Все четко. То есть со стеклом тут проблем нет. Барашки тоже кайфовые. Уже я несколько раз их откручивал, закручивал. Все прекрасно. Вот, смотрите, стекло. Видно, да, что притемненное. Вот без стекла, вот со стеклом. Я думаю, вам видно будет. Вот так вот в нем размещается сборочка. Вы знаете, все вот четко на своих местах. Все офигенно. Сзади вот барашки белые, которыми прикручивается крышка боковая. Ну, крышка боковая, так как она небольшая, она в принципе имеет ну, неплохую жесткость. Так-то она обычная, как и у всех, но она... За счет того, что она небольшая, и имеет вот такие вот, знаете, ребра. В принципе, она нормально. Все показывает. Разместился кабель-менеджмент более-менее. Можно, может, как-то еще красивее провести. Но в принципе у меня вот так вот получилось по быстренькому вот так сделать. Полноценный блок питания. Вот так вот встает. Еще в принципе тут вот место для проводов остается, если у вас там не нагромождено жестких дисков, и там снизу еще есть, ну то есть есть куда провода проложить. И тут расстояние достаточное для cable менеджмента. И вот они куча зацепок вот этих сделали, куда можно зацепить, да, по-разному провести всякие провода. Здесь вот, как у всех окошки, причем, смотрите, классно сделано то, что они вот завальцованы, тут вот не порежешься, не поцарапаешься, вот очень кайфово так сделано. То есть, как бы вам поближе показать. То есть, то есть вот видите, прям такая как завальцовка идет прикольная да и здесь вот всякие ребра жесткости сделаны короче они стараются здесь вот такая вот завальцовка комфортно. То есть ты нигде ничего не поцарапаешься, не порежешься. Вот так вот сделано. Да, здесь вот, конечно, как бы сказать, многие жалуются, то что на этих корпусах, вот, типа, если ты хочешь вот сюда SSD-шку поставить, типа, ты должен сначала SSD-шку поставить, изнутри закрутить, а потом уже материнку ставить, да? Ну, ребят, давайте так. Это уже просто дополнительно. Ты сюда можешь вот сюда SSD-шку поставить, да, сатовскую. Можешь еще вниз прикрутить SSD-шку. Вот сюда вот, да? И это уже как третья дополнительная. Но в таком корпусе, в маленьком, то есть, в принципе, это уже как типа супер-супер дополнительная, да, идет. И кто хочет компактные сборки, он заморочится и поставит сюда SSD-шку. И как бы перед установкой материнки. Ничего страшного. Они вот здесь вам дали два места для жесткого диска там и так далее. И это как уже дополнительно идет. На верхней панели вот здесь получается вот так вот кнопка включения довольно приятная. Кому вот, кстати, мне написали в прошлом обзоре то, что не любят, когда щелкают кнопки. Но это кому как. Вот мне, например, нравится. Мне очень приятно вот такое нажатие. Сама кнопка по качеству прикольная. Все как бы четко нажимается, ничего не залипает. Все супер-пупер, это Reset. Вот, причем вот такие вот разъемы для наушников и микрофона мне больше нравятся, чем сдвоенный. Потому что это более стандартный, да, как бы. Тут USB 2.0 две штуки, USB 3.0. В принципе, все отлично. Ну и здесь, видите, можно 220 установить наверх под них сделано отверстия все как положено да и, и вообще вот так вот ребят я устанавливал плату да никаких перекосов то есть все сделано четко уже то есть по размерам все грамотно а здесь вот никаких перекосов то есть все четненько встало все как положено то есть а уже вот геометрия самого шасси этого корпуса сделано просто отлично вот здесь вот сделано очень удобно такая тема, то есть ты вот открываешь, закрываешь, тут вот можно в принципе прикрутил, потом закрыл, то есть все помещается и закрутил. Такая дверца удобная, она не падает, ничего, то есть все прикольно в этом плане, кайфово. задние вот эти заглушки, они одноразовые, то есть ну, для такого бюджета как бы это нормально, то что они одноразовые. Ну, выломал, да выломал их. Когда выламываешь, сделано так, что материнская плата не мешает этого делать. То есть, если ты уже установил материнку, потом примерил видеокарту, то есть, можешь выломать смело, да? То есть, материнка не мешает. А вообще, ребят, вот сделано все, знаете, очень добротно. Так вот, качество покраски очень хорошее. То есть, очень приятно, вот, как бы... Я не знаю, ну, в принципе, покраска как на дорогих каких-то корпусах. Ну, вот, я не знаю, по крайней мере, в белом корпусе. Ну, очень все шикарно. Все вот внутренности, все выкрашено без каких-то вообще огрехов. То есть, и сделан вот корпус, знаете, очень вот он, скажем так, монолитный такой. То ли из-за того, что у него размер такой небольшой и очень много вот этих вот всяких, знаете, тут... Как бы сказать, ребер очень много жесткости. И он вообще он не гнется, он очень монолитный. Ребят, на ножках вот такая мякушка тут. Получается. Она не резиновая. Ну, из такого материала, знаете, как вот клеящегося. Здесь, вот два болта, ты их откручиваешь. И на салазках корзина съезжает. И ты ее вообще вынимаешь. Можешь прикрутить сюда SSD. Потом на корзину что-то накрутить и уже поставить ее обратно, тут закрутить. Вот такой вот фильтрик сделан, он на магнитах, прикольный, мне это даже больше нравится, чем когда вот, допустим, вот такие вот фильтры ставят, да, в пазы. Этот он и легко ставится, и легко снимается, то есть кайфовый. Его снял, помыл, одел, и не надо попадать в эти пазы там. Вот это более, мне больше нравится. Еще, ребята, они в комплект положили вот такой вот фильтрик на магнитах. Его можно типа вот сюда вот засунуть а, и на морду вот так прицепить вот типа вот так вот он будет защищать от пыли но если честно таким образом он мне кажется закроет весь воздушный поток потому что вентиляторы тупо будут в него дуть и воздух будет отталкиваться. То есть, на самом деле, вы знаете, такие фильтры они не особо хорошо пропускают воздух. Ну, короче, как минимум в два раза они замедляют. Так еще и стоит он за вентилятором, поэтому он вообще весь воздушный поток украдет у этого корпуса. И он из продуваемого превратится в непродуваемый. Ну, это ваше дело. Ставить, не ставить. Я вот, например, не ставлю. Мне проще почистить раз там в пару месяцев, чем чем вот я получу горячее железо. Вот идет стандартный набор проводов. USB 3.0, USB 2.0, HD Audio. Потом идет все вот эти необходимые HD LED, Power LED, Reset и Power SV. То есть на кнопку, на Reset все идет, короче. Это необходимый набор, да. И идет три вентилятора. Впереди два 140-х сзади 120 вот они подсоединены тут на молекс изначально но мы можем каждый подключить отдельно как трехпиновый и регулировать их по вольтажу сейчас это практически все материнки умеют так что проблем не будет кто хочет потише сделать потише кто не хочет может на молекс подключить и тоже не обломается идет вот такой вот набор болтиков стоечек и так далее Здесь вот мякушек нету на блок питания. Корзина вот такая вот. Либо два жестких диска, либо SSD-шки можно подключить. То есть, либо вот SSD-шку можете к полу подключить, потом жесткий диск, потом еще жесткий диск. Либо вот SSD-шка, жесткий диск, SSD-шка, да? Ну, то есть, вариаций много. Ну, а теперь давайте перейдем к измерениям. Если от пола до самого верха получается 386 миллиметров. Если мерить его вот так вот сверху в длину, то получается 340 миллиметров. Если мерить именно какая видеокарта сюда влезет. Ну, это вот смотрите. Свободно влезет где-то 280 миллиметров. Ну, если уж прям вообще впритык запихивать, то, наверное, 285, наверное, вот так вот влезет. Но вам уже придется вот так вот ее, поняли, как бы засунуть вот так, а потом вот так ставить. Смотрите, ширина этого корпуса 200 миллиметров ровно. Чтобы вы понимали, почему он такой вместительный по кейбл-менеджменту. И тут он довольно вместительный. Потому что, вот, допустим, Deepcool CC560 210 мм. Всего лишь на 1 см он больше. Если, получается, мерить от самого корпуса, то здесь получается 173 мм. Если мерить от материнской платы, вот, допустим, да, то тут уже получается 100 63 где-то миллиметра, 164 где-то. Если вот э, мерить, допустим, от мосфетов питания, вот допустим, да, на процессор вот ставлю на них 155, 157. Так что вот э, сами рассуждайте Я не знаю, вот эти кулера откуда они мерят, какие тут вот вылезают. Ну вот, все размеры я вам показал. Сейчас я вам покажу, ребят, сколько здесь для кейбл менеджмента места. Если мерить вот по вот этому месту, да, то получается где-то полтора сантиметра. Но так как у нас вот здесь же, смотрите, такая как такое углубление и, и крышка, она сейчас крышка, она тоже как бы углубленная. Видите, у нее здесь кромка. В общем-то, если вот это расстояние прибавить, то получается, ну, около 2 сантиметров. Наверное, 1,8 точно будет. Но, в принципе, все кабели нормально укладываются. Вот видите, у меня здесь разъем ЦПУ вот так вот сделался, как бы получается, да, и все прекрасно влезает, то есть крышка закрывается свободно. Ну и еще смотрите, то есть вот тут тоже все грамотно сделано, в плане то, что когда ты уже материнку поставил, ты здесь можешь все протянуть и питания процессора и тут какие-то провода то есть все можешь протянуть более-менее нормально то есть ничего не мешает сверху вот если будете ставить 120 ки вот это вот 120 ка прекрасно влезет а здесь вот ну я не знаю надо будет наверное как-то очень сильно поджимать ужимать этот провод на питание процессора но если у вас мягкие провода то я думаю, это возможно все равно будет сделать. Будет чуть-чуть тесновато, ему придется вот так вот пережать его немножко, но в принципе она сюда влезет. Но будет уже чуть-чуть тесновато. Ну и вот, ребят, давайте немножко протестируем. Тут не будем про FPS говорить и так далее. Вот смотрите, сейчас вот видеокарта на 99% загружена, процессор где-то на 50%. Да? И вот такие у нас температуры. Видеокарта 67 градусов, 48 процентах оборотов вот она 67 68 вот сейчас вот вот видите 67 68 до да? процессор у нас 50 52 48 50 ну 50 плюс минус 3 градуса вот так вот и видеокарта ну скажем 68 при 48 процентах оборотов сейчас я при вас одену э, стекло и посмотрим какое-то время пускай поработает посмотрим до скольки прогреется поехали вот мы одели стекло сейчас будем смотреть насколько у нас изменится показатели Прямо воочию. То есть мы смотрим именно продуваемость корпуса сейчас. что ж, ребят, прошло уже пару минут, и мы видим то, что температура вообще не поменялась никак абсолютно. И процент оборотов вентиляторов тоже не поменялся. Температура процессора примерно такая же. Может на 1-2 градуса выросла, не более того. То есть, в принципе, все как было, так и осталось. практически ничего не поменялось. Там в пределах погрешности все. Вся при вас вот отдел стекло, да? Ничего не поменялось. Теперь давайте еще тест проведем. Прям тут же снимем крышку вот эту переднюю. И посмотрим, что-то поменяется или нет. Как-то она ухудшает продув или нет. сняли крышку, теперь посмотрим дальше, как она повлияет. Ну и вот смотрите, видно, что процент оборотов остался такой же, да? А здесь упало где-то на 1-2 градуса ну, скажем, в среднем полтора градуса, да, упало, потому что у нас, там, а, нет, даже на 2, вот видели сейчас 65-66 было, вот так вот, то есть получается где-то на 2 градуса у нас упало в среднем, да, но процент оборота вентиляторов не поменялся, а процессор остался плюс-минус точно так же, 50 плюс-минус 2 градуса. Получается, в принципе, то есть вот эта вот крышка, крышка, она ну, влияет на 2 градуса на видеокарте, где-то и практически не влияет на процессорную температуру. Ну и вообще, в целом, я скажу: вы видели, да? То есть то, что стекло, если не сильно повлияло на температуру, это означает, что корпус хорошо продуваемый. Сам корпус хорошо продуман, все о продуву. Ну вот, единственное, вот эта крышка, из за чуть-чуть вот этих, вот все равно же есть эти ребра. То есть, 2 градуса она теряет. Я вам хочу сказать, что это очень хороший результат. На вот том вот черном М3Б а, было все гораздо хуже. То есть, вот этот корпус z 3 в он гораздо лучше по продуву. Ну и Z3B будет то же самое. Типа Black B. В общем, вообще пушка-гонка. Ну и сейчас я, наверное, не поленюсь. Еще попробую поставить вот этот вот фильтр на морду и посмотрим, насколько он ухудшит продув. Погнали. Вот получается я эту крышку отдел и сетку отдел, то есть полевой фильтр отдел, крышку отдел, все вот так как задумывалось. Посмотрим, насколько сейчас ухудшится температуры или нет. вот, ребят, прошло уже около пару-тройку минут. И что мы видим? Мы одели, значит, сетку, морду, стекло, да? И получили то, что у нас проценты оборотов вентиляторов увеличились где-то на 2-3%, да? И температура стала 70 градусов стабильно. То есть, получается, <conversations> по сравнению с тем случаем, когда мы без сетки его тестировали, было 68, 67, 68, вот так вот, да? Стало 70. Ну, я думаю, что он сейчас чуть-чуть постоит, станет 70, 71, да? Получается, это на где-то на 2-3 градуса увеличивается температура на видеокарте. И где-то на также на 2-3 градуса температура на процессоре. Вот. Но это в случае вот такой вот маленькой видеокарты. Да? В случае большой какой-то горячей видеокарты, тут уже разницы будут гораздо больше. Это вот конкретно на вот этом примере получается вот так. То есть самое лучшее это когда с одетым стеклом и со снятой вот этой крышкой и без фильтра. Да? Потом где-то промежуточный средний вариант это когда у нас либо открыто стекло, либо одето вот эта крышка, но без сетки. Получается где-то, да, промежуточный вариант. И самый горячий вариант это вот, когда одета сетка пылевая, когда одета сетка полевая, морда и стекло. То есть вот в таком варианте самый горячий. Ну вот видели, да, проскакивает уже и 71. То есть, ну скажем, вот на такой маленькой карте, да, на такой вот системке получаете разницу где-то в 3 градуса. Но если у вас будет более как бы производительная, более такая горячая система, там будут разницы еще больше. Ну, вот так вот судите, ребят. Сделал тесты как смог. В принципе, я думаю, может кому-то пригодятся. Ребят, ну а у кого остались вопросы, заходите на канал Telegram. Спрашивайте, задавайте вопросы. Там я отвечу, и ребята грамотные ответят. Заходите в голосовой канал, я там частенько отвечаю на вопросы. Заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вахмед, пока-пока.